В лесопосадке Малиновского района был найден труп девушки. Заявление о ее пропаже поступило в полицию вечером 18 июня от парня девушки. Молодой человек сообщил, что они говорили по телефону. В момент, когда девушка закричала, связь с ней оборвалась. Полиция искала девушку всю ночь. Поиск осложнила близость железнодорожных путей и темное время суток. Утром правоохранители обнаружили труп девушки без одежды с признаками насильственной смерти. Полиция установила личность преступника. Им оказался 18-летний парень, который учился в одной школе с девушкой. Когда она возвращалась с работы в 8 вечера, парень сжигал на пустыре мусор. Увидев знакомую, он догнал ее, несколько раз ударил черенком от лопаты, а затем изнасиловал. Я белый попал, поднимаю обратно черенок и добил ее пару раз еще. Какой цель? Уже не знал, она живая или нет. Уже вроде бы не дышал. Было раскрыто очередное убийство, совершенное на территории Малиновского района города Одессы. Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции, прокуратуры Одесской области, задержан злоумышленник, который уже сознался в совершении убийства и попытке изнасилования девушки. В настоящее время открыто уголовное производство по статье 115. Преступник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. Проводятся необходимые следственно-оперативные действия по сбору всех доказательств по указанному факту.